блошиный рынок. Гулял по улице 20 сентября и совершенно случайно увидел один из прилавков, где продают старинные вещи. Повернул, а это оказалась целая большая улица, очень длинная улица, с обеих сторон которой выставлены предметы старины. Книги, старые пластинки, вещи, сумки, игрушки. Один человек, у которого продавались исключительно старинные люстры, патроны, провода и прочие составляющие элементы к этим. Вот они, вот эти штопоры, которых я искал, которые я мечтал купить в Болоне. Наконец-таки я здесь нашел. В Болоне у меня с собой просто не оказалось денег и не было под руками банкомата. Сейчас я вернусь сюда. Хочу маленькую панораму, чтобы было понятно, где я нахожусь, что здесь продают. Ну, на ближайшие метров 500. Это все будет блошиный рынок. Вот с такими вот прилавками. Старинные газеты. Да, в Болоне было что-то похожее, тоже продавали старинные газеты. Удивительно. Очень красиво. Sabato e domenica. E di domenica c'è il mercatino dell'ingegno, che c'è chi fa le colonne a mano, chi fa le cose a mano. Sai che dovrei essere un po' più una macchina dell'ingegno. Старинные часы еще идут. 60. Qua 60. Questo qua. Очень тепло на улице. Ясность, солнечный, теплый день. До корабля, до отхода корабля еще 4 часа. Их можно просто бродить абсолютно бесцельно и наслаждаться этой атмосферой. Очень хороший город Гена. Мне очень понравился.